В Пермском лицее милиции состоялось торжественное событие – 14-й по счету выпуск воспитанников. Нынешний выпуск особенный, потому что среди получивших аттестаты стало больше девушек и потому что родители в знак признательности подарили учебному заведению новенький автомобиль. Глаза горят, эмоции зашкаливают. У всех – преподавателей, родители и, конечно, что уж говорить про самих выпускников. Сегодняшний день они с юношеским максимализмом называют самым главным в своей жизни. Это самое счастливое, потому что выпускной один раз в жизни, и больше его никогда не будет. С товарищами прощаемся. Даже, может, с некоторыми больше не увидимся, потому что все разъезжаются по разным городам. Очень тяжело. Душе просто. Тоже и у взводных. Но держатся. Вида не подают, что сегодня кусок от сердца отрывают. Только шутят, как Андрей Юрьевич. У меня двое родных детей и 19 приемных. Все 5 лет и учил, и воспитывал. У ребят переходный возраст начинается вот именно взаимоотношения юноши и девушки. И на почве отношений, которые находятся за лицеем. Приезжали ребята с увольнения. Бывает в очень плохом настроении. Чисто поговорить. Может быть, дать какой-то совет. Помогало. Просто и понятно говорить о самых главных вещах – это ведь и есть то, что называется формированием жизненных ориентиров и патриотическим воспитанием. Родители в преподавателях души не чают. И про сам лицей говорят такие слова, которые обычно про учебные заведения не услышишь. Без ума это мало сказано. Это данное учебное заведение – это самое замечательное место в Пермском крае, которое можно предложить ребятам подрастающего поколения. Здесь именно атмосфера любви, она чувствуется от КМБ, когда ребята поступают, до последнего момента выпуска. Сын у Людмилы в лицее 2-й год. До окончания учебы еще далеко. Но сегодня день такой. Волнуются все. И выпускники, и те, для кого торжество – репетиция своего выпускного. Вот-вот раздастся команда на построение для получения аттестатов и наград. И старшие, особенно чеканя шаг, пойдут на свой последний лицейский парад. Прозвучат главные для каждого слова. «Служа закону, служу России». Лицей из Черемных! Ко мне! Дай строй! Есть! Служа закону, служу России! Лицей из Фоминых! Особенность нынешнего года – стало больше девчонок. Среди 53 выпускников их 13. Больше требований по овладению тонкостями специальной подготовки. Но, по большому счету, каждый выпуск особенный. Потому что для наставников, молодых защитников Отечества, каждый из них – единственный и неповторимый. Наталья Тиньковская, Дмитрий Трудников, час пик.